Всем привет, меня зовут Вика, и да, ты смотришь шоу Академии порядочных парней. Сегодня мы решили провести внеплановый выпуск и проверить, как иностранцы будут исполнять самые назойливые и вирусные песни 2016. Молодой человек, что вы себе позволяете? Вы мне уже пятый дубль запороли. Что это вообще такое? Я просто случайно... Ведите теперь за меня, теперь выпуск веди, придурок. Да, без проблем. Всем привет, меня зовут Антон Лугинин, это Академия порядочных парней. Сегодня мы проверим на улицах города Москвы, как иностранцы относятся к творчеству российской музыки. Я тебе зуб даю. Бачал здания. Бля, буду. Бачал здания. Сучка, сучка, эй. 5 минут назад. Сучка, сучка, эй. 5 минут назад. 5 минут назад. Я трахнул суку меса. Я вытягиваю сок. Это просто мерзость. Эй, бэйби. Брекеты. Косичка. Менюка. Кепка. Это трек? Нет, для даю пуке. Дискотека. Брекеты. Дискотека. Брекеты. Дискотека. Дискотека. Это дискотека века. Эй, диджей. Эй, битчмейкер. Эй, улицы бейс. Шейк, шейк. Чеки, шейки. Эй. Пайче мейкер. 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 Брекеты. Сучка. 5 минут назад. Сучка. Брекеты. Лайк поставь. Сучка. Брекеты. Косичка мини-юбка. Это был топ назойливых песен Академии порядочных парней в исполнении гостей города Москвы. Парень, смотри, ты ничего такое. Кстати, ребят, вы хотели нового ведущего, знакомьтесь, это Антон Лугана. С вами, как всегда, была Вика. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, как вам это видео. Если вам понравилось, мы обязательно сделаем вторую часть самых назойливых песен в исполнении иностранцев. Не забудь покормить кота. И поцеловать свой пиццер. Всех целуем, пока.